Добрый вечер, друзья! Приветствуем вас в старом городе. Посмотрите, что позади нас. Красивая мечеть, которая находится в старом городе. И мы вечером после ужина решили прогуляться сюда. Ну, конечно, мы не пешком, мы взяли такси от нашего отеля Фараона Риф. Сюда мы заплатили $2. За доллар никак не хотели, но за $2 нас сюда довезли. Думаю, что и обратно тоже за $2 мы доедем. Ну, а сейчас идем гулять. Здесь множество магазинчиков, рыночков. И мы, конечно же, сейчас погуляем, вам покажем. Здесь все только начинается. Зажглись огни, и все торгуют, кто чем. В общем, идем смотреть. Вот, тут детские игрушки, а тут чай. Чай каркаде. Сколько стоит чай каркаде? За доллар 100 грамм. Вот так, большой пакет, не маленький. Так, вот тут каркаде, вот такое вот. Ой, а здесь вот такое из песка, да? Это из песка такие. Художество, вот такие картины из цветного песка. Сколько такая большая бутылка стоит? Это? Да. $8. $8 большая, а вот эти... $1. А по $1 вот такие поменьше, эти $3. $5 дельфинчики. Ой, какая красота. И имя можно написать, да. А здесь лампы Аладдина. Вот такая вот красота, разные лампы, разные цены, ну и много-много всего. А здесь фирменный магазин Palace, магазин сумок. Множество разных сумок, вот посмотрите, одна сумка 30 евро, а здесь еще... Одна сумка 30 евро. Значит, все сумки, мы так поняли, по 30 евро. Здесь еще сквозные ряды. Очень много рядов добавилось. Раньше как-то здесь было меньше, а сейчас вокруг мечети множество рядов. И красивая мечеть здесь возвышается. Огромные магазины. Заходи. На разведку давай. Да. Футболки, масло, майки. Чай, футболки, майки здесь. Футболка, давай. А почем арафатки? $1. $1 давай. Всего лишь арафатка, маски. Маски. Да. Какая цена маски? За $8. А? $8. $8. Да. Маски. Рома базар. Да, понятно. Угу. И аптека здесь. И что я вижу? Fixed price. То есть фиксированные цены. Вот, так что здесь измененная цена. Сейчас посмотрим, что здесь. Шампуни, масла. Вот, ватика. Вот разные. Шампунь. Ватика и маска для волос, правильно? Да. Ага. Вот такая. Угу. Саше весело на фоне такого водопада. Конечно, он танцует. Блюд, кто желающий покататься? Ах, какой красивый. Вот, прямо возле мечети. Ну, конечно, множество разных разностей, но вот, смотрите. Что продается? Это не какашка верблюда, это финиковый чай. Ну и, конечно же, вот Виагра. Дальше читайте сами. Так что все можно приобрести, и все будет хорошо. И, конечно, в старом городе, как не спросить, сколько стоят фрукты? Сейчас мы спросим. Почем клубника? $1 клубничка. А такие маленькие мандаринки? Тоже доллар. Ага, тоже доллар. А вот манго. Манго какая цена?
Мозга какая цена? 4 доллара. 4 доллара. Украина? Украина, да. 100 гривен. Понятно. Здесь можно покурить кальян. Там 3 доллара. А здесь 5 долларов? Да. А там 3 доллара? Это 5 долларов табак для кальяна. А, 5 долларов табак для кальяна. Да. А покурить за 3 доллара, правильно? Да. Отлично. А вот эти вот, сколько стоит вообще кальян? Вот такой, вот такие. Кальян 25 долларов. Эти 25 долларов. Вот какие красивые. Ой, вот это красивая очень. Вот такая красивая. Да. А вот теплые кофточки. Сейчас в Шарм-эль-Шейхе похолодало. И сейчас самое актуальное. Какая цена такая? 20. 20 долларов такая. Тепленькая, да? Хорошая? Теплая. Очень хорошая, теплая. Конечно же, как же не узнать, сколько здесь стоят морепродукты. И мы приближаемся к магазину рыбному. Фарис. Фарис. И сейчас мы спросим и посмотрим, что здесь есть. Ах, здесь вот такая рыбка. Ах. И, конечно же, креветки. Ох, какой крупнячок. Какой крупнячок. Это осьминог. Креветочки, мидии. А какая цена креветки? Ой, здесь такие красивые. Можно, да, цену? Можно. Да. Креветка вот такая, вот сколько стоит? Вот это креветки, вот это королевские, вот это 45 долларов, хорошо. Это калимари 17 долларов. Это кальмар, да. Кальмар. А это? Осьминог. Это осьминог, да, правильно. 20 долларов, это медиан сегодня 14. Ага. Вот это креветки. 27 долларов, хорошо. 27 долларов, да, вот килограмм. 1 килограмм, вот это 17 долларов, да, хорошо. И вот эти самые дешевле. Да, 8 долларов, 1 килограмм, хорошо. Эти 8 долларов, 1 килограмм. И здесь сразу можно пожарить, правильно? Да, да. Жарить, грили, бануровки. Да, и можно здесь посидеть, покушать, и можно с собой взять. Можно с собой, можно кушать в ресторане Фарис. Ага, спасибо. Так, чай. Это чай роза пустыни, правильно? Ох, как красиво он распускается. Вот так вот. Даже рыбку туда бросили. Ах, вот так любой цвет. И кипятком заливаете, и будет у вас вот такая красота. Сколько стоит такой чай роза пустыни? Да. 2 доллара. 2 доллара – это одна вот такая штучка. Да. Вот такая. Ага, спасибо. Каркаде. Почем каркаде? 100 грамм за доллар. 100 грамм за доллар, да? А корица еще скажи цену? Тоже доллар? А, вот такая вот связочка. Ага, спасибо. И каркаде. Взяли мы каркаде, взяли корицу Саши для глинтвейна. Да? Ты рад? Да, все. Да, и все, едем в отель, уже поздно.